Petroskoin kansallisessa kirjastossa pidettiin vuoden kirjakilpailun palkintotilaisuus. Voittajien nimeä tiedusteli kuvausryhmämme. Чемил Пайл, Карион Келил, заводише воден кир конкурсен Вегестен Паук Лахьючент. Ницы конкурс пидетас йокакс кюмни юкс вод. Йога воден тулуба элхо удет мелин тартожет дачомат кирья. Цел водел воден кир нимен сай периодика пандиштон и те карян пакалайсет тие котин кир мичин теги ом Елена Усачева. На самом деле в эмоциях я еще пока не разобралась. Тодакс меня энцеда мич тундмусет ома нюгуть миной. Не ома хювет, но меня энварастант мугашт корктат паук лахят. Да энцедант миша и такариан пакулайсет, тие котин кир, туле воден кирякс, воден какстюхат, какскюмне. Цел водол паук лахют, а конкурсан вягистеет, то либо конкурсан сядает, экспертан йоу кудин эзитеет, пайнает, да авторат, луги миже навидеет, да кайчеет. Кайкет конкурсаха оли ойги тут сада сечми конкурсан заявкат. Пайче воден кир пя номинациет, оли тех тут вил кусь номинациет. И те карян паку лайсет тие котин кир, муга же вягисте Карелия Карьела, да мину нурен да сен ристи тут номинациёйш. Мы благодарим автора. Мёсанам сурат спасибот Кирен Тегиэлэ, Елена Васильевна Усачёвалэ, дизайнерэлэ, Анастасия Соломещалэ, да кайкэлэ сурэлэ Йоукулэ, мити юхни нецэн Кирен Тегимжэхэ. Цел водал специальже дипломат оли лахьей тут, кескидин суйма спей, Петроскун администрация спей, да управление спей туризмен мёдхе. Рахо халини киришт луги йодин мелидин похил, андой дипломан Светлана Кольчуринэлэ, хенан кирес, магу Каскарьела. Елизавета Макарова, Роман Иванов, Вести Ткарела, Петруской.